А вот для кого попадать на пьедестал в нынешнем сезоне уже относительно привычное дело, хорошая формируется привычка, так это для Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, еще одной пермской пары, которая ограничивается попаданием на пьедестал-то как раз не планирует, а претендует на самую высокую позицию и на борьбу за первенство с Екатериной Чекмаревой и Матвеем Янченковым. Дрогнули, ох, не дрогнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, не позволили усомниться в том, что они не дадут лидерам заскучать и спокойно проехать свою произвольную программу. В произвольном прокате Юлии Артемьева и Алексея Брюханова практически нет слабых мест, и их не стало больше по итогам этого выступления. Может быть, один крохотный, небольшой, такой полузатык, что ли, случился при исполнении параллельного тройного тулупа. Все остальное спортсмены постарались сделать максимально чисто, чтобы уж точно не иметь, по крайней мере, к самим себе ни малейших претензий после исполнения этой произвольной программы. В нынешнем сезоне были турниры, включая и этап Кубка Федерации в Сочи, на которых именно произвольной программой эти фигуристы добивались основного результата.
Быть заряженной и попасть в цель – это отнюдь не тождественные понятия. Но справились, действительно справились со своей произвольной прокатом, со своей произвольной программой Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Стартовый каскад, тройной сальхов Олер. Еще один тройной сальхов. Высоченная тройная подкрутка. Но пока, я так понимаю, сознательно идут на третий уровень в этом элементе фигуристы. Так вот, на этапе в Сочи именно произвольной программой Артемьев и Брюханов выиграли турнир, при том, что после короткой программы оказались за пределами сильнейшей группы, то есть находились только на пятой строчке, но именно вот эта постановка принесла им итоговый успех. Как это будет сейчас? Сейчас очень строго оценивает судейская и техническая бригада, рассматривая фактически под микроскопом выступления спортсменов. Я вижу, что на первом каскаде появляется буковка Q на втором тройном сальхове. У меня подозрение, что это Лёшина буковка, и отсутствие одного положения в заключительном вращении также фиксируется арбитрами. Но как бы то ни было, отметку 130 баллов за произвольную они преодолевают и больше 200 набирают на этом турнире. Почти 203. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Минимум серебряные призеры первенства России. И на данный момент пару занимает первое место.